На четвертом помощи Гуров Владимир, Калужская область, результат толчка 142 подъема. На пятом помощи Бабкин Анатолий, Вологодская область, результат толчка 100 подъема. На шестом помощи Елисеев Виктор, Омская область, результат толчка 115 подъема. Yeah.
7 минут. Рекорд России в этой весовой категории будет те равняться при 111 подъемам, принадлежит Ростову Андрею. Рекорд России в сумме двоеборья равняется 254 очкам, принадлежит Морозову Игорю, выступающему на втором помосте. Четыре, три, два, одна, стоп!